все по порядку. Ну что, тут вроде бы все в порядке и на месте. Ага, вон, смотри, какая дыра в сетке, и не все конфеты. Ну дыра, и чего? Это все этот желтый слопал. Валера, успокойся, это я съел. И как ты мог? Ну как это так? Взял все съел, мои конфеты. Я ему тут доверял, а он... Все. Слушай, Валера, выходи. Нет. Ну выходи, я тебе червячка сделаю большого. Большого-пребольшого? Валерка, огромного. Да, ну ладно, сейчас приду. Всем привет, ребята. Сегодня я буду делать желейного червячка. Но не маленького, а огромного. Я уже тут немного собрал форму. Я взял гофру и вырезал из нее кусочек. И надел на концы шарики. О, и тут давай рассказывай, а я пока пойду за моим червячком. А еще я вырезал из пластика вот такие вот кружочки. Их я сейчас вставлю внутрь, чтобы разделить гофру на несколько частей. Ой, не могу поверить своему счастью, что у меня будет наконец-то огромный червячок. Так, я пока гофру уберу в сторону. И возьму много желе, желатина и спрайт. Чуть не забыл про краситель. Так, уберу их пока в стороночку и возьму кастрюльку. Высыплю в нее теперь желе и залью водички. Вот. Помешаю, и пускай желатин остается набухать. Возьму следующий. Стой! Валера, что опять? Какой-то мальчик не подписался на канал? Да нет, мальчик подписался. А вон та хитрая девочка еще нет. Подпишись. О, все в порядке, я ушел. Налью водички и помешаю. Теперь вкус киви. Готово. Слушай, а волосатые конфеты бывают? Нет. Странно. Теперь возьму две пачки желатина и залью их спрайтом. Отмеряю грамм 250, вот, и залью теперь желатин. Готово. О, рассказывает он мне тут, не бывает волосатых конфет. У Валерки все бывает. Вот она, лежит, меня дожидается. Ну вот, я все сделал, и пускай теперь желатин лежит и набухает пока. О, а сюда я забыл добавить голубой краситель. Сейчас я это исправлю. А это что, по-твоему? Это кокос. Кто-кто? Кокос. Нет, это конфета. И сейчас я тебе это докажу. Вот смотри, это маленькая, а это большая и волосатая. Валера, это конфета, а вот это кокос. Ничего не знаю. Это моя большая волосатая конфета. Да, с тобой очень трудно спорить. Вот и не спорь. Ну, вроде бы все. Желатин набух, и теперь его можно растопить на медленном огне. Вот так. Следующий. Ой, что же делать? Куда же ее спрятать? Ой, Валерка, думай. Думай, Валерка, куда их спрятать? Валера, что опять случилось? Как что? Ты вот все мои конфеты поел. Валера, так это же я тебе их покупаю. Да? Покупаешь их мне, а ешь ты. Ох и жмот. Ладно, а теперь давайте я уберу желейную пенку. Вот сколько ее получилось. А она вкусная? Нет. Сейчас проверим. Ну как? Я распробовала. И вот сейчас я буду заливать наш желатин в отсеки гофры, чтобы наш червяк получился как радуга. Начну с красного. Отолью в мерный стаканчик. А теперь перелью в гофру. Вот. Следующий оранжевый. Готово. Теперь зеленый. Ну вот какой зеленый? Желтый. Желтый должен быть следующий. Валера, а у меня неправильная радуга. Вот теперь будет желтый, а за ним следующий пойдет синий. Готово. Пускай пока все это дело постоит, а потом я вытащу пластиковые перегородки. Итак, ребята, час прошел, и давайте теперь я вытащу эти перегородочки и отнесу нашего червячка застывать в холодильник. Вот это да! У нас в доме появился какой-то свин, и судя по пятнам на полу, он пошел жить ко мне домой. Точно, ко мне. А еще меня ругает, что я мусорю, а сам... Давайте посмотрим, что там у нас получилось. Сейчас я его попробую выковырять оттуда. Главное, его нужно аккуратненько вытащить, чтобы он не разломался. Так, сначала я сниму шарики. Тут разрежу. Готово. Главное, не спешить. И все аккуратно достать. Да, а вот синего получилось совсем мало. Ребята, по-моему, наконец-то у меня получился огромный желейный червяк. Не у тебя, а у меня. Давайте-ка я сравню его с обычным желейным червячком. Да, действительно, он получился гигантский. Вот мне интересно, а он вкусный? Так, об этом узнаю только я. Валера, если ты его сам съешь, ты можешь лопнуть. Ну и пусть. А как его назвать? Прошлого червяка я называл Валера. Кто помнит, ребята, это видео, жмите лайк. А этого я, пожалуй, назову...
назову его так же. Не вздумай. А я назову... Ну, не надо. Его будут звать Влад... Ну, хватит. Ну, все, все. Ну, ладно, ладно, Валера, не буду. Ну что, ребята, если вам понравилось это видео и желейный червяк, жмите лайк. А если вы желаете, чтобы следующее видео с Валеркой вышло завтра, тогда давайте наберем 100 000 лайков. Всем пока и до завтра.